Добро пожаловать в мир игры о мышах и тайнах с новым дополнением «Сказки Нижнелесья». Отважные герои принц Колин и его преданная команда продолжают свои приключения в новой главе мышиной саги. В этот раз нам предстоит отправиться в долгое путешествие из Дубурга в попытке найти способ вернуть умирающее древо к жизни и спасти город. Продолжение порадует игроков знакомым игровым процессом, чтобы не пришлось изучать много новых правил, но тем не менее принесет в игру немало интересных нововведений. Полтора десятка новых локаций позволят игрокам посетить жилой городок, побывать в логове кротов, в пчелином улье, жабьем болоте и оказаться в гостях у разных жителей Нижнелесья. Ну а самое захватывающее – это возможность перемещаться не только по земле, но и по ветвям деревьев, дабы избегать наземных опасностей. А подстерегать наших героев они будут на каждом шагу. Новые враги в лице воинственных жаб, тритонов, фей, разбойников, крыс, опасного крота, хитрого хорька, смертоносной совы и огромного всепоглощающего змея не дадут Колину и команде расслабиться ни на секунду. Для сопротивления столь опасным противникам герои смогут использовать десятки новых предметов и элементов снаряжения, таких как броня, щиты, шлемы, различное вооружение и даже пистолеты. Кроме того, к знакомой команде присоединятся и новые герои. Храбрый воин по имени Ансель, хитроумная землеройка Трель и скрытный и живучий геккон Джейкоб смогут помочь мышам в этом сложном и незабываемом приключении. А чтобы облегчить им изучение мира, на помощь придут жители этих прекрасных мест, а также любимые питомцы наших героев. Отправляйтесь сквозь 10 глав увлекательного путешествия сказок Нижнелесья и помогите Колину и его новым друзьям восстановить город и спасти множество невинных жизней. Приключение только начинается.